Ребята, всем привет! Сегодня я для вас снимаю влог. Первый влог с моими окрашенными волосами. Это уже второй день я с ними хожу, мне очень нравится. Сегодня их буду первый раз мыть. Да, так что посмотрим, что с ними будет. Сказали то, что после двух мытья головы они должны стать чуть-чуть светлее. Вот, так сегодня мы с вами все посмотрим. Кстати, хочу скорее всего снять видео про то, как я уговорила маму в 12 лет покрасить волосы и т.д. и т.п. Вот. Так что, если тебе интересно, оставайся со мной и поехали. Вау! Позвонила подруга, я не узнала, да, она пригласила меня в кино. Точнее, я предложила, просто она мне позвонила, поэтому я говорю. Блин, что-то хотела сказать, забыла. А, я сегодня молодец. С утра я выложила 3 видео. Я молодец, монтировала их. С утра и вчера монтировала. Вот, и сейчас я иду мыть бошку. Вот, видно, она у меня мокренькая. И я сегодня хочу пробовать вот этот вот эликсир 12 в одном. Я, кстати, хочу заказать на Вайлдберрисе 15 в одном. Ну, оно такое совсем дороговато, если смотреть на другие продукты, но хотя, в принципе, нормально стоит. Но сегодня я вот хочу пробовать 12 в одном. Да. Кстати, такой интересный факт. Я свои волосы никогда не сушу феном именно. Когда я очень сильно тороплюсь, мне нужно срочно помыть бошку, я ее потом феном сушу. Но это бывает очень редко. Вот. И у меня вот таким естественным образом отсыхает. На эту сторону я нанесла уже эту штучку. Нанесла, наверное, вот так. Сейчас хочу еще вот сюда нанести. На. Кстати, очень приятно пахнет. И выглядит как крем просто. Я не знаю, я вообще правильно наношу или нет. Было написано то, что надо распределить тем, то что вы расчесываете волосы. Ну, короче, да. Пахнет, правда. Мне прям нравится. Мне, кстати, такой же штучкой в салоне делали волосы, поэтому я тоже так нанесу. Пытаюсь больше вот сюда, на те, которые окрашены, нанести. И, кстати, раньше я сразу же после того, как помыла голову, я ее расчесывала. Сейчас я пытаюсь подождать, чтобы немного высохли, и потом уже расчесывать. А если я прям ночью мою голову, то я их вообще иногда не расчесываю. Ну вот как-то вот так. Я по уши в тебя влюблён. Просто хочу посмотреть, как они будут смотреться. Я не понимаю, как меня так красиво уложили, потому что вот меня тогда так красиво уложили, мне прям нравится, а сейчас у меня так не получается. Я типа, как они так делают красиво? Вот, типа, мои обычные волосы тут выпрямила. Я не умею выпрямлять волосы, не знаю, мне просто не получается. Мне не дано, понимаете, выпрямлять волосы. Я это делаю, мне кажется, совершенно неправильно вообще. Но я так, на отвали иногда делаю, не иногда, а чаще всего. Вот. Сейчас буду эту сторону тоже выпрямлять. Не понимаю, что это за подстава. Я выпрямляла себе волосы. Они будут как вчера, такие же красивые все. Как не положишь, они будут красиво лежать. Нифига! Они очень пушистые. Почему, когда я их сама выпрямляю, они вот такие объемные? Когда они где-то выпрямляют, они у меня вот как в начале влога были. А сейчас, ну как бы, они почему такие пушистые, я не понимаю. Видите, цвет стал ярче. Типа, я же говорила, что он смоется. Типа, стал ярче, это называю. Думала, пойду. Вот такая вот красивая гулять завтра. А нифига. Меня они некрасиво лежат. Мне не нравится. Я ля-ля-ля. За спиной лалипап. Убрала вот так волосы, чтобы они мне не мешались. Потому что я сейчас буду делать такую масочку. Это моя просто любимая маска. Кажется, я вчера, или когда тоже сидела с маской, вот,
Сейчас тоже будем. Мне эта маска очень нравится, то что на ней еще такая наверху пленочка есть. Господи, почему так шумно? Вот я наклеила масочку. Ой. Я обычно с масками, знаете, подольше сижу. Не знаю почему. Вот. Почему-то вот так вот. Вот. Привет, я сейчас буду вместе с вами снимать масочку. Я сейчас буду всем блестеть. Я с ней просидела минут 20, наверное. А нет, не сильно так уж и блещу. Вот, сейчас я буду выкидывать. Я так подумала, буду снимать неделю влогов, потому что сегодня понедельник, и вроде бы вся неделя должна быть более-менее насыщенная. Вот, поэтому будем снимать неделю влогов с вами. Я буду снимать не так все активно, как сегодня. Хотя тоже сегодня не так уж активно и снимала, но вот, я уже хочу спать, хотя еще даже детей нету. Или есть, я не знаю. Ну, короче, я иду спать. Спокойной ночи. Сейчас 11:30. И вот я думаю, мне эту неделю влог снимать в одном влоге или выкладывать каждый день по отдельности. Но я не думаю, что прям я буду что-то интересное снимать каждый день. Скорее всего, все остальные дни будут точно такие же, как сегодняшние. Поэтому я, скорее всего, все будет в одном влоге. Не буду по одному дню все снимать. Вот. Привет, я только что проснулся, сейчас буду кушать бутербродик с сыром и водичку. Приятного аппетита всем, кто кушает. Я уже покушала, сейчас буду читать книжку. Сейчас, сейчас 9:38. Знаете, раньше я могла себе заставить, да не то чтобы заставить, такая, о, ура, иду читать книгу, потому что у меня были интересные книги. Я сейчас купила какую-то неинтересную, и мне прям вообще не хочется читать. И вот, и так что я завела себе будильник 20 минут, буду читать ее 20 минут и пить воду. Вот. Только на это посмотрите. Август, вторник. Включайся. Август. Что за падение? Я уже почитала, и сейчас я помыла бошку опять, потому что надо было это сделать просто. Вот, и сейчас я, наверное, в первый раз в своей жизни сушу волосы феном. Серьезно, я не помню, когда я сушила волосы феном. Может быть, это было давно-давно, когда я вообще маленькая такая была. Сегодня, когда я бошку мыла, я видела прям, что краска смывалась. Вода была такая мутная. Вот. Ну, сейчас будем продолжать сушить. Ребзи, я сейчас крашусь. Забыла заснять то, как я крашусь. Кстати, клеила патчи, пока выпрямляла волосы. Я все испачкалась в туши, ну, как всегда, короче. Господи, вы не представляете, как жарко. Я не знаю, как мы сегодня будем гулять. Вот. И хайлайтер чуть-чуть надо добавить. Надеюсь, то, что там, куда мы пойдем в кино, там будет прохладно. Уголок глаза. Все, мы накрасились. Look of the day. Сумочку. Такую свою новую футболочку, цепь, шортики свои любимые. Вот, и одену кроссовочки, только их, наверное, нужно будет сначала протереть. Вот так вот. Там идем ножками, топ-топ. Пришли в зал, он пустой. Мы, конечно же, рассыпали попкорн вот с этой девушкой. Вот, я хочу в туалет. Что очень страшно. Включайся. Сразу.
сработало. Сидим в кино, два очкарика. О, господи. Цена подросла. Мы выходим из кино. Время 15:10. Максана. Идем кушать. Я уже забрала свой заказ из Бургер Кинга. Мы уже все сожрали, кроме картошки. Бургер Кинг. Мы погуляли по магазинам. Я кушаю мороженое, а эта женщина кушает мармеладки. Идем в туалет. Я съела свое мороженое. Я уже приехала домой, нарезала себе апельсинчик, иду наверх со своим пакетом. Вот так вот, девочки. Ребята, я сейчас уже смывала свой макияж, потому что я очень устала. Я съела свой апельсинчик. Вот, и я не знаю, я сколько, наверное, месяца три пользуюсь, она до сих пор не заканчивается. Типа, а я и так хорошо, знаете, пользуюсь. Так что да. Вот. Мы вышли на улицу, потому что дома очень жарко. Тут набирается бассейн. Надеюсь, мне слышно. Вот так вот, девочки. Ребята, мы уже пришли с улицы. Я сегодня, по крайней мере, пыталась пить целый день воду в другом центре. Я выпила две бутылки воды по 0,5 и сейчас допиваю литр. Осталось чуть-чуть, надо допить. Я это сделала. Сейчас пойду набирать еще водички, но сейчас чуть попозже. Вот, и буду монтировать. А, кстати, каждый день монтирую. Вот так вот, девочки. Ребята, короче, мы закрутили вот эту штуку, и я не могу в ней просто лежать. Ну, короче, я вам снимала влог все 5 дней. И сейчас я его не могу просто сохранить, потому что, как он пишет, у меня нет памяти на телефоне, хотя я его весь уже почистила. Так что, скорее всего, вы увидите только вот эти дни. Так что простите, если я смогу остальные дни сохранить, то я обязательно выложу тот влог. Ну, пока, да. Я тебя очень люблю. Пока-пока.